Доброе время суток, уважаемые коллеги. Мы продолжаем цикл лекций, посвященный организации общеврачебной практики семейной медицины. И сегодня мы рассмотрим нормативные документы по общеврачебной практике семейной медицины. В данной лекции я коснусь только действующих приказов, потому что приказов создавалось очень много, их много отменили. И вот сегодня я расскажу только о тех приказах, которые действуют. В историю мы вдаваться не будем. Итак, самый фактически один из первых приказов был приказ Минздрава России 92 года еще, номер 237. Он действующий приказ и сейчас. О поэтапном переходе к организации первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики семейного врача. Вот в этом приказе были прописаны впервые в России положения о враче общей практики семейном враче, о медицинской сестре общей практики и даны квалификационные характеристики врача общей практики семейного врача. Ну, также и медицинской сестры общей практики. И вот эти коллекционные характеристики, они до сих пор, врача общей практики, семейного врача, они еще до сих пор действуют. То есть их, вот этот приказ не отменял. И вот мы в данном случае, преподаватели постдипломного образования врачей и также составители программ по клинической ординатуре, до сих пор их используем, вот этот приказ, для подготовки различных программ. Кроме того, вот в этом приказе 237 было впервые дано определение врача общей практики для Российской Федерации. Это специалист с высшим медицинским образованием, имеющий юридическое право оказывать первичную многопрофильную медико-социальную помощь населению. Врач общей практики, оказывающий первичную многопрофильную медико-социальную помощь семье, независимо от возраста и пола пациентов, является семейным врачом. Вот это определение, оно же было также в основах законодательства охраны здоровья граждан в федеральном законе. Но потом вот из последней версии этого федерального закона, то есть в 2011 году 323 приказ, федеральный закон вышел, вот врача общей практики убрали. То есть там нет определения врача общей практики, семейного врача. Здесь же что говорится о том, что врач общей практики, если он оказывает многопрофильную медико-социальную помощь населению, это вот является врач общей практики, такое определение. А вот семейный врач – это несколько иное. Это врач, который может оказать помощь, медицинскую и социальную помощь всей семье и детям, и взрослым, и гериатрическим пациентам старшего возраста. То есть здесь в данном случае вот именно это подчеркивается. Почему? Потому что одно дело специальность, называется специальность врач общей практики, в скобочках семейный врач по номенклатуре специальности, но в должности он может работать не только, он может работать, называться его должность и врач общей практики, если, например, для взрослых, как это в Москве есть, врач общей практики для детей, который вот оказывает только детям, врач, семейный врач, это и детям, и взрослым. Также, может быть, он работает в должности и участкового врача, и заведующего отделением, и даже судовым врачом он может быть. То есть не путайте, пожалуйста, специальность, которую он получил по диплому, по аккредитации и в той должности, в которой он работает. Это несколько вот разные вещи, я на это обращаю внимание. И вот еще раз повторяю, что, к сожалению, из приказа, из федерального закона 323, врач общей практики, нет ни определения
И только упоминается он лишь в нескольких там случаях, в трех местах упоминается. Врач общей практики, семейный врач, относится к первичной медико-санитарной помощи, и все. И фактически больше его нет, никакого определения. Только вот в этом приказе. Кроме того, вот этот приказ, он разрабатывал, было такие положения, как разработать программу поэтапного перехода к организации первичной медико-санитарной помощи, преимущество по принципу врача общей практики. И это положение, оно действительно и сейчас. То есть у нас еще вся Российская Федерация не перешла на работу, хотя планировалось вот в эти годы, о том, что все первичное звено здравоохранения, а именно первичная врачебная медико-санитарная помощь будет работать по принципу врача общей практики. Тем не менее, этот переход не осуществился. Далее, провести широкую организационную работу среди медицинских работников, а также разъяснительную работу с населением о необходимости структурного и функционального преобразования первичной медико-санитарной помощи. То есть это очень важно и правильно. Почему? Потому что население должно понимать вот значение, роль врача общей практики, отличие от участкового терапевта, преимущество его именно перед участковым терапевтом. И для этого, для того, чтобы не было никаких вот конфликтов, никаких споров о том, что врач общей практики, специалист типа на все руки, может сделать все. Вот нужно было как раз вот донести вот эту идею для врачей, потому что тоже было очень настороженное такое отношение к врачу общей практики и для населения. И это является, между прочим, актуальным и сейчас. Далее впервые была начата подготовка врачей, семейных врачей в клинической ординатуре, но фактически массовая такая подготовка, это началась только в начале 2000-х годов. Вот с 92-го года это единицы выпускались. И кроме того, здесь очень важный вот пункт 1.4, это было установление численности обслуживаемого контингента у врача общей практики, а именно 1500 человек, если он принимает только взрослых, а с учетом детского населения 1200 человек. Между прочим, вот этот пункт, обращая внимание, путаница до сих пор происходит, потому что в приказе 543 в одном месте написано «с точностью до наоборот», а в другом месте в положении о центре врача общей практики тоже совсем другие нормативы данные. Поэтому вот такое вот сейчас у нас законодательство, что имеются разные варианты контингента численности обслуживаемого населения. Кроме того, вот здесь также вот в этом приказе перечень обязанностей врача общего практики, семейного врача, где вот можно так вот условно выделить блок профилактики, это санитарно-просветительная работа среди населения, осуществление профилактических осмотров, профилактической работы, динамического наблюдения за здоровьем пациентов. Тогда еще диспансеризация как таковая не была внедрена, как вот сейчас, и профилактический осмотр. Тем не менее, все это как бы было прописано. Дальше целый блок лечебно-диагностической помощи – это оказание и экстренной, неотложной помощи пациентам. Это и лечение, диагностика и реабилитация пациентов с различными хроническими заболеваниями и острыми заболеваниями, те, которые наиболее распространены в первичном звене здравоохранения. Также проведение временной экспертизы временной нетрудоспособности пациентов и оказание блок целое оказание медицинской помощи семье. Здесь и оказание помощи детям, это и вакцинация, и женщинам. А также планирование семьи, этика, психология, гигиена, социальных, медико-сексуальных аспектов семейной жизни. Вот я почему так подробно останавливаюсь, потому что
этот приказ еще никто не отменял. Вот еще очень интересный такой момент. Дело в том, я еще раз повторяю, что мы составляем программу клинической ординатуры по данным, по данному приказу, и где, в общем-то, описывались знания, умения, владения, перечень манипуляций в объеме первой врачебной помощи. Конечно, мы используем еще федеральный государственный образовательный стандарт для подготовки программ, но там подробно все, там в общих чертах все написано. Подробно, вот как здесь, в этом приказе еще вот нет такого документа. Если вы посмотрите, вот я выписал здесь именно вопросы, касающиеся практических навыков врача общей практики, то, конечно, здесь уж они прописаны даже чересчур. И я считаю, что здесь нужно все перерабатывать и, конечно, многое нужно уже убрать отсюда. Ну, например, определение группы крови, индивидуальная биологическая совместимость крови, гемотрансфузия. Ну, конечно, может быть, это и будет иметь значение, если вот врач общей практики где-то в таких отдаленных местностях, как вот в Российской Федерации, там, где имеется вахтовый метод дежурства, где далеко от всех медицинских организаций, но на самом деле практически врачи общей практики это не делают. Ну, также и вот проведение различных мазков, определение материала для цитологического, бактериологического исследования, я имею в виду анализ крови, общий анализ крови, проведение лабораторного вот, исследования, тоже это очень большая редкость. Дальше, все процедуры для, практические навыки для оказания неотложной помощи. Ну, здесь, наверное, здесь все правильно написано, вот здесь поспорить сложно, которые вот здесь перечислены, практические навыки. Дальше, хирургические манипуляции. И вот обратите внимание, то, что вот здесь есть, я акцент сделаю на те, которые практически сделать это невозможно сейчас именно врачом общей практики. Это биопсия опухолевых образований лимфатических узлов, проведение различных диагностических пункций, парацентез, зондирование полостей и свищей. Ну и другие некоторые вещи, пункционная цистотомия, так, диатермокоагуляция. Конечно, вот в данном случае даже за рубежом врач общей практики не владеет в полном объеме вот этими манипуляциями. И, конечно, есть между врачами общей практики договоренность определенная. Например, те, кто вот берет биопсию опухолевых образований, он специально проходит переподготовку и, может быть, один в районе это и осуществляет. Конечно, не все умеют это делать, и это, не всем это нужно. Конечно. Неврология, исследование моторных качеств, мышечный тонус, контрактуры, определение чувствительности, исследование сухожильных рефлексов, оценка координации движений, люмбальная пункция. Все это, конечно, нужно. Вот отоларингология, обращаю внимание, конечно, врач общей практики не редко происходит вскрытие паратонзиллярного абсцесса, парацентез барабанной перепонки. Наверное, в таких случаях нужно все-таки направлять к лор-врачу, и этим он фактически не занимается. Офтальмология. Ну, здесь, в общем-то, все правильно. Здесь еще нужно добавить лечение конъюнктивитов, неосложненных в течение 5 дней. Акушерство, гинекология, педиатрия. Тоже очень много таких исследований, где он, в общем-то, не делает фактически. Но еще раз говорю, что в данном случае здесь вот эти все перечень практических навыков нужно, конечно, увязывать с профессиональным стандартом, который, как я уже потом скажу, что он еще не утвержден. И, конечно, это, наверное, все будет пересматриваться, когда примут профстандарт для врача общей практики семейной медицины. Так вот, переходим как раз к профессиональному стандарту врач общей практики, семейный врач. Он только в проекте.
И я тоже участвовал вот в этом проекте. По профессиональному стандарту вносили мы изменения различные. И вот в последнем виде занимался это заведующий кафедрой Санкт-Петербургского университета, кафедры общей врачебной практики семейной медицины, Ольга Юрьевна Кузнецова. И вот последним, когда я видел этот проект, это был в марте месяце, где, в общем-то, две таких функции главные обобщенных трудовых для врача общей практики – это оказание первичной медико-санитарной помощи взрослым и оказание первичной медико-санитарной помощи детям. Обратите внимание, все-таки этот профстандарт, он отличается от того, что я говорил предыдущий, 232-го приказа. И возможное наименование должностей, профессий, где работает врач общей практики. Собственно говоря, врач общей практики может быть называться, семейным врачом может называться, может называться и врач общей практики, скобочка, семейный врач. В Москве, например, называется врач общей практики для взрослых, врач общей практики для детей, судовой врач, врач-терапевт участковый, заведующий структурного подразделения может быть, в том числе лаборатории, медицинской организации, отделения общеврачебной практики, центра общеврачебной практики. И в данном случае, вот обратите внимание, что у нас не прошло, хотя мы подавали раньше, что врач общей практики может работать в качестве терапевта в стационаре. И не прошло вариант, когда врач общей практики может работать в приемном отделении. То есть вот эти два варианта, они не прошли. Особенно вот стационар, мы думали, что, в принципе, была задумка такая, что когда подавали этот стандарт профессиональный, чтобы врач общей практики мог работать какое-то время в стационаре, обмениваться опытом, конечно, это будет в течение ограниченного времени. И такое есть и за рубежом, вот, например, в Финляндии, где врачи работают в течение 2 месяцев в году в стационаре. Такая происходит ротация кадров и обмен опытом. Это, в общем-то, неплохо. И раньше у нас в СССР то же самое. Врачи первичного звена могли работать и в стационаре. В данном случае вот здесь, когда проходил, несколько раз уже проект проходил через отдел, правовой отдел Министерства здравоохранения, и написано, что было, тогда нужно менять для врача общей практики основы законодательства охраны здоровья граждан, где отмечено, что врач общей практики, семейный врач, относится к первичному звену здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи, но не специализированной. А работа в стационаре является, относится к специализированной медицинской помощи. Поэтому здесь вот возникли такие сложности, и пока что не прошло вот это. Хотя мы очень хотели, чтобы врач общей практики работал в стационаре, еще даже на скорой помощи. Трудовые функции вот здесь все перечислены. Здесь что следует отметить, что помимо именно трудовые функции, касающиеся взрослых, это обследование и лечение в целом наиболее распространенных заболеваний, которые встречаются в первичном звене здравоохранения, оказание медицинской помощи неотложной экстренной форме, оказание паллиативной помощи, это уже вид определенной медицинской помощи, оказание медицинской помощи женщинам амбулаторно и профилактическая деятельность, анализ медико-статистической информации. Конечно, вот, но в данном случае я считаю, что здесь на уровне первичной медико-санитарной помощи практически все трудовые функции прописаны. Далее, но еще раз подчеркиваю, что вот два профстандарта наиболее важных, а именно врача-терапевта и врача общей практики, не приняты. А приняты только профессиональный стандарт врач-лечебник, в скобочках, врач-терапевт участковый. Это касается особенно вот врач-лечебник, врач-терапевт участковый. Это касается тех лиц, которые студентов, которые окончили вузы, 6 лет обучились и после прошли первичную аккредитацию. И у них диплом как раз выдается врач-лечебник, врач-терапевт участковый.
То есть они не проходят ни клиническую ординатуру, ни переподготовку, а сразу вот после 6 лет они работают как раз врачом-участковым терапевтом. Конечно, здесь есть определенный конфликт между врачами-терапевтами, которые прошли интернатуру, клиническую ординатуру, и врачами общей практики. И дело в том, что они могут на должности работать врача-терапевта участкового, и то же самое бывшие вот студенты сразу после окончания института. Конечно, это очень в законодательстве очень большой такой конфликт, и даже есть и зарплата, в общем-то, которая зависит во многом от подушевого финансирования в первичном звене здравоохранения, у некоторых даже врачей, участковых терапевтов больше, чем у врача общей практики, потому что у них участок по нормативам больше, 1700 человек, а нормативы у врача общей практики, я уже об этом говорил, меньше. Далее, приказ Минздрава России 2015 год, 707-Н. Кто может получить, кто может быть специалистом, какое необходимо для этого образование, чтобы быть врачом общей практики? Для этого нужно иметь интернатуру или клиническую ординатуру по специальностям терапия и педиатрия. То есть наличие вот интернатуры либо ординатуры по терапии и педиатрии дает возможность провести первичную профессиональную переподготовку по специальностям врача общей практики. А так после института студенты, которые окончили медицинский вуз, извиняюсь, что я старое название использую, институт, университет медицинский, могут пройти клиническую ординатуру в течение 2 лет и получить специальность врача общей практики, в скобочках семейного врача. Либо пройти первичную переподготовку, имея уже специальность терапии или педиатрии, тогда, в общем-то, первичная переподготовка минимум составляет 506 часов. Ну, некоторые программы больше, там, до 800 часов и так далее. То есть не могут уже врачи, которые и многие обращаются, те, которые закончили клиническую ординатуру по специальностям хирургия, скорая медицинская помощь, другие акушерство и гинекология, не могут они пройти переподготовку. Течение вот минимум это 506 часов. Они только могут получить эту специальность после окончания клинической ординатуры. Так же, как и те специалисты, которые после клинической ординатуры, которые закончили по специальности кардиологии, ревматологии, то есть имеют узкую такую специальность, также они не могут пройти первичную переподготовку. Только терапия или педиатрия. Вот в этом-то и беда, что многие поступают в клиническую ординатуру по таким узким специальностям, а потом не могут перейти на эту специальность. Вот если специальность врача общей практики, терапии, педиатрии дает возможность получить любую узкую специальность терапевтического профиля, если потом они, окончив клиническую ординатуру, пройдут первичную переподготовку. То есть они могут стать и кардиологами, и ревматологами и так далее. Вот клиническая, есть федеральный государственный ВГОС, образовательный стандарт, который вот зарегистрирован в 2014 году, общая врачебная практика, семейная медицина, номер специальности 310854, где вот на основании образовательного стандарта мы разрабатываем программы по клинической ординатуре 2 года, 4320 часов. Первый год клинические ординаторы проходят вот на базе клинических отделений, и второй год практика на базе поликлиники. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь все вот в этом федеральном государственном стандарте прописано, но это все касается клинической ординатуры, сколько часов. И вот базовая такая программа – это общая врачебная практика,
У нас вот включает 12 модулей. Вот здесь они все перечислены: внутренние болезни, педиатрия, хирургия, акушерство, гинекология, офтальмология, лор, неврология, гериатрия, паллиативная помощь, кожные болезни, психиатрия, инфекции, туберкулез. Также проходят все общие предметы. Это организация здравоохранения, общественного здоровья, медицина катастроф, педагогика, патология. Есть еще вариативная часть. Это углубленная. Это те же, ну, она обязательная часть, вариативная. Это те же самые дисциплины, которые вот перечислены в общей врачебной практике, может быть, со своими там вариациями, может быть, углубленное прохождение этих дисциплин, модулей. Но, тем не менее, они вот фактически то, что взяты из общей врачебной практики. И дисциплины по выбору, но это касается тех дисциплин, которые, может быть, углубленные прохождения, ну, например, лабораторная диагностика, вот здесь нету, или там функциональная диагностика, или ультразвуковая диагностика. Вот это все касается программы, клинической программы по ординатуре. 2 года. Спасибо за внимание. До следующих встреч.